Всем привет, ребята! С вами Макс. И сегодня я начинаю записывать новую рубрику. Это новое еще для вас, может быть, даже. Для меня не новая. Игра Hero Strike. Вот тут такой Lunar New Year заставка. Классная, кстати, до сих пор Lunar New Year сезон. Ну, конечно. А что-то не то. Клик. А, вот зашел. Извините, небольшие задержки. В магазине, кстати, у меня этих персов нет. Инвиза нет. Инвиз — это самая топовая способность. Ох, я в себе хотел купить ее. Да и, в принципе, от этих бы не отказался. Вот этот пак самый классный. Гемчики дают. Монеточки мы забираем. Видео мы смотреть не будем, конечно же. И я думаю, вот заберем приз за событие. Я тут почти не играл. Но откроем боксик. Вот, и бокс. Нет, ничего путнего. А могу прокачать этого чувачка. Нет, не хватает денег. Немного. Нам еще поиграем 4v4. Есть у меня какие-то сейчас друзья в сети. Не могу заметить. Поиграю за вот такого персонажа. Точно не помню фамилию. Но она прикольная, эта девушка. Это единственный мой эпический. На ней эпические способности. Я уже играл ей с такими способностями в этот сезон. И тащил. Так что думаю, это будет удачно. Начинаем бой. 4, 3, 2, 1. Тут нажимаем атак. А вот это она прикольная, кстати. Так она вампира похожа. Вот она так нотами стреляет своими. Которые крутятся вокруг нее фактически. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А вот то у нее хил. Убиваем ракеты. Тут по несколько способностей у каждого. И это топо. Так легче убивать. Он меня почти убил, но у меня пару хп осталось. Пара хп, я живу. Вы заметили, что я живу? С парочкой хп всего лишь. Оп. Ульта. Хоп, хилим тиммейтов. Хилим тиммейтов, хилим тиммейтов. Я думаю не только про себя. Но я хилю и тиммейтов. Не думайте, что я только про себя думаю в этой игре. Вот, заходите, заходите, пацаны, заходите. Вы станете временно немощными и медленными, очень медленными. Прокачим хил сразу же. Хил — это моя способность. Основная. Причем не дополнительная какая-нибудь, а основная. На центре в этом режиме спавнится вот такие вот улучшения, апгрейдеры. Это как в Brawl Stars награда за поимку. Только 4v4, а не 3v3. Но... Бух. Бан ему даем, но нет. Так, 23-12. Я не верю, что такой счет мощный. Прокачим две способности до фуа. До фуа, до фуа, до фуа. Опа. Все вот этого. Он как Шелли тут. Вот такой вот мощненький пацанчик. Я его киляю. Вот киляем этого. И остается одну способность прокачать. У меня все способности на третьем уровне. Вот в этом режиме максимально возможный уровень третий. Со способностей. О, он протратил свою ртузе. Киев, yes. Вот. Mm-hmm.
Все, 10-й левел у нас мы затащили. Видите, как элементарно это было. МВП не я получаю, но я все равно топаю. 6-й почти ранг у нее в событиях с такими вот астропонтами, но это опыт сам. Ну вот это сюда идет. Кстати, бокс скоро будет. Извините за рекламу. Посмотрю видео, чтобы получить халявную награду. Ну вот, ребята, мы продолжаем. За ключики мне дали серебряный бокс. Сильвер бокс. Открываем его. И выпадает нам Биг Папа. Не то что-то. Кстати, скоро мы сможем его уже за 100 прокачать. Инфа 1600 будет стоить апгрейд. Прокачаем дестроиди. Дестроид. Чувак, это такой. И идем опять же в катку. Вот эта девочка, знаете, тут даже на первом уровне топовая. Потому что... Ну вот именно в событиях, таких как захват вот этих звезд. Это как захват Кристалбера в Старсе. И в вот этом 4 на 4. Это как награда за поимку в Старсе. Мы с Вейкой идем на центр. И чуть пособираю вот эти бусты. First Blood уже не за нами. То есть первый кью нет. Не наш. И второй кью не наш. И третий фактически. Вот давай поп. То-то-то. Оп, что-то там, короче. Бись. Тут много ближнику, поэтому прокачаю такой вид. И вот так его. Минус он. Вот что надо так прокачивать. Это эффективный способ урона. Вот киуи. Киуи наших наши делают уже. Один кью, два жетончика. Мы можем так отыграться. Оно что, зависло? Эпицентр бури. Бух. Кью сделал. Перед смертью я сделал кью. Бом мощный. О, собирают бусты наши. Бустики собирают. Тру. Фейс. Тру фейс тут. Небольшой произошел. Делаем хилку на фул. Поп, что-то там, давай. Попик. Поп, что-то там. Давай. Бух. Я уничтожу Вейку. А так, ну. Вот этого топа я его уничтожу таким. Эх, я не проюзал вот эту штуку. На ее тоже прокачать на второй уровень. В смысле? Это еще один такой мощный буст был? Это какой-то легендари буст. Имба буст. Ракета. Конечно же, ракеты. Вот кью. Меня не кинуло, Армасиран. На Армасиран. Пока не вынесли. Вот, плюс 1000 хпшек. Оп, еще сейчас плюс тысячу. Да, вот этого чувака мы вынесем. О, нас вынесли. Но ничего. И так, ракету пускаем на прощение. Это классно. Да. Победа. Опять не я вам МВП получаю. Но хотя бы проапгрейджу ее до 6 уровня. Вот типа событий. Ну, это меньше будет давать. Вот чем нет. Левелов высоких тут. Левелов события, так скажем.
Опять же, 89. В рекламе нет нужного. Эй, я не играл в Зерижу. Покажу. Бул Бейт Ройл, пожалуй. Гоу. Какой мой тиммейт был? Тут такой подборщик. Прикольный человек. Вот это игру кинуши. Байтеро. Я сам никогда еще не играл в парню Байтеро. Бета, напишите, как вам. Вот эта игра. Ой, мне жалко, что у меня в тиммейтах такой. А еще неизвестно, что у меня в тиммейтах. Высаживаемся. Он. Я бы хотел бы легендарного или того на Джина похожего чувака в тиммейте. Еще один боксик. Попробуем. Чем дольше держишь, тем что сильнее ее атака? Нет, одинаково. Немного. Бомбер. Бомберы это плохие штуки. Сейчас подарки стали добавлять. Походу тоже бомбер пополз. О, бомбер подерешь. Что, минус Дима? Так, топ-3, нормально. Ну ладно, будем прощаться. Всем удачи, всем пока.